Так, ребята, всем привет. Сегодня сходил на заброшечку, психушечку с Серегой. Ну, в общем-то, был ночной, так сказать, ночная вылазка. Довольно такая тяжеленькая, но, короче, все увидите. Со мной все хорошо, просто уставший. Прямо после вылазки, там, забыл записать видео, стоит, такой вот. Ребята, приятного просмотра. В общем, то, что смог, то заснял, как бы. Кто-то ходил, я не знаю, но смогло как бы зафиксировать камера. Просто, так сказать, звуки. Может, у Сереги получше будет. В общем, все сказал, предисловие, так сказать. И приятного просмотра. Ребята, мы уже психушечки. Решили сюда вернуться, так как некуда больше возвращаться. Более доступные места. Хотел, конечно, что-то новенькое показать, но не вышло. Там закрыто, там. Ну ничего, ребятки. Еще будут новые объекты. Тут, в принципе, такое все темное. Ничего не видно. Нужно. Ёй. Перецепился через. Что-то шум. Думаю, что-то интересное. Тут детская машинка. Смотрите, что делает детская машинка. Вот здесь. Вот мне интересно, что делает она тут. Реально. Вот, братишка, я вот не пойму. Вот. Иди сюда, вот я здесь. Что делает детская машинка вот здесь, в заброшенном здании? Что она здесь делает? Я понимаю. Да, это максимально странно. Лежаночки, видишь, братишка? Чайничек. Фух. Прикинь, она сейчас начнет ехать. Ну да, братик. Не, ну просто это реально тут. Это странно, да. Я помню, мы здесь куклу как-то находили, помнишь, детскую? Да, то В детская подвале. кукла, то вон машинка, реально. Да. Причем, что это заброшка, она вообще в глуши леса находится, Да. далеко от цивилизации. И тут как бы дети не гуляют рядом, и нету каких-то жилых домов, чтобы как-то оно здесь, ну, логичным образом появилось. Ну видишь, братишка, тут лежанка, детская игрушка. Видимо, тут точно взрослые были, судя по коньяку, и ребенок Ну да. стопудово. Больше Ну не. или просто притащили с собой, хотя тоже зачем? Ну вот, ну то и дело. Ладно. Ребята, видите, тут еще куча песка вообще на земле. Ребята, все добро идет. У нас тут ничего такого нету больше. Какой-то Это на шашлык. улице, это уже, по-моему, на Это, улице. да, на улице. Идем на лестницу, короче, А, пусть не это на лестнице. подниматься. Я Вот ее пропустил. там, где мы залазили. Мы просто пошли в комнатку, а там же наверх пошли лестницы. В общем, так вот. А, Сейчас. вот. Какая-то лестница есть. А, да, это еще выход на улицу идет. Да, ребята. Много входов в эту заброшку. Много выходов. Так, ребята, ветерок поднялся и какие-то шумы во время сеанса нас преследуют. Мы чуть-чуть оборвали сеанс, и не пойму. Толя? Ну вот оттуда. Мне почему-то кажется, что оттуда были звуки. Вот с той стороны. Вот слышишь?
ёпта. Ладно, братан. Что делать? Продолжаем. В больнице стопудово есть, поднялись на следующий этаж. Либо внизу, либо вверху. Продолжим сеанс. Валя, я думаю, что вероятность больше, что мы кого-то встретим. Да. По крайней Посмотрим, мере, братик. Здесь как раз могут кто-то, может быть, кого-то оставаться. Кстати, нужно посмотреть, какой был максимальный уровень. Да, давай. Сейчас посмотрим, да. Пока мы далеко не зашли. Давай, братик. Так. Ух ты, тут уже показывает. Только что было 6,4. 7. О. Я, правда, не знаю, ребят. Это было во время сеанса или когда мы уже спускались, но вот максимально было 7, но когда я уже достал, то показывало 6,5. Понял, братик, тогда. Я обновлю. Любитель ночничков. Пойдемте смотреть. Так, на три. Только что было. Еще интересно, идем дальше. Потому что обгорело. Так, я думаю, надо идти прямо. Вот, кстати, пентаграмма нарисована. Да, ну подвальчик, да, блядь. 1,8. Супер, что есть. Да. Сигнал. Потрясно. Да. Вот тут всегда движ какой-то был. Приходили. Да, ваш мрак. Там было шумно. А тут. Матрас какой-то. В общем-то, такой вот вышел видосик. Мы обошли, там начали записывать ЭГФ, потом начался, как бы, чуть-чуть, но мы там не успевали, и то, что смогли, там засняли. Всем спасибо за просмотр, респект за поддержку, и до скорой встречи на пристройке дома. Встанем на колени, андеграунд гордый сталкер. Это истории из преисподней. Братство здесь свои законы.